Девочки, мы продолжаем, и продолжить я хочу с безумным просто комплекта, начать с безумного комплекта, на мой взгляд, это нечто просто сумасшедшее, это вот такой комплект. Здесь идут самоцветы и ограненный сердолик. Посмотрите, здесь у нас идет что? Здесь у нас идет хризолит, аметист, это топаз, да, Регин? Желтый топаз и сердолик. К этому комплекту есть браслет. Можно приобрести комплектом. И это будет нечто невероятное. Посмотрите, девочки. Посмотрите, какая роскошь. Обалденный просто комплект, мне кажется, да? Складывается. А если на другую руку? Секундочку. Вот, девочки, а если на другую руку еще и вот это кольцо добавить, да? Вы представляете? Сейчас я утрамбую. Вы представляете, что это вообще? Девочки, этим кольцом столько народу интересовалось. В итоге, вот как обычно, да? Чем больше всего интересуется, то больше, дольше всего как-то и не продается. Девочки, вот, ну посмотрите, какая роскошь. Ну, невероятная же. Так что напоминаю об этом кольце тоже. Безумно красиво. Размер кольца 19 здесь. Так, девочки, мы продолжим с вами. Продолжим мы с вами с вот такого тоже обалденного просто царского комплекта с александритом. Это александрит, девчонки. Александрит в обрамлении фианитиков. Посмотрите, какой он крупный. Размер кольца 18,5. Вот такой комплект. Роскошный просто. Повторюсь, это александриты. И к этому комплекту, девочки, есть браслет. Вот такой. Вот такой браслет. Посмотрите, как это все вместе смотрится. Назад немножко отойду, да? Спрячу свое украшение. Так. Я еще дополнительно браслет покажу вам, конечно. А пока остановимся на вот таком комплекте с александритом. Здесь немножечко для меня швенца длинная палочка, она у меня провисает. Так. Ой. Так. Два комплекта самоцвета я вам покажу, девчонки. Один вот такой. Это тоже вот Мери Бан Ханум только привезла. Вот такой. Здесь в центре идет аметист. Здесь желтый топаз, голубой топаз, хризолиты. Вот так он смотрится. Здесь размер кольца 19. Вот, посмотрите, какая прелесть. Дальше. Видите, крупное какое. Сейчас я вам покажу еще крупнее комплект, девчонки. Тоже с самоцветами. Вот в сравнении с сережки сразу. Вот. Вот такой комплект. Все камни здесь природные, девочки. Здесь и гранаты есть. Тоже и аметисты, и хризолиты. Вот, посмотрите, что. О, размер кольца даже 20. Вот так это выглядит. Вот, девочки, посмотрите. Повторюсь, Регина сегодня сделала обалденные фотографии. Я соберу ролик
и вы сможете уже полюбоваться более близко на них. Так. Девочки, осталось два комплекта. Один вот такой, кто-то меня на днях спрашивал, я не помню, к сожалению, кто. Девочки, интересовался прошлым круглым таким крупным комплектом с тибетской бирюзой. Вот такой был один, я об этом сказала. Есть вот такого плана, девочки, это тоже тибетская бирюза, классическая форма. Посмотрите, какой он огромный. Сейчас я надену вам, покажу и кольцо, какое у него массивное. Вы сами все поймете. Посмотрите, какие сержищи здесь, вот. А кольцо какое? Кольцо тоже размер 20. Вот. Вот такенный просто набор. Очень красивый, очень. Вот так он высмотрится поближе. Вот так выглядит кольцо. Вот так вот фианиты. Видите как? Бирюза тоже очень так сразу, моментально как-то вот, ну... Все меняется. Муха, муха, комар. Куда ты наглый, слушай, уйди. Девочки, последний на сегодня комплект. Совершенно тоже безумный, на мой взгляд. Это вот такой комплект. Это кабошон раухтопаза и хризолиты. Посмотрите, какой. Очень-очень красивый, очень. Сейчас я надену, вам покажу. Это тоже вот из последнего привоза, скажем так. Размер кольца почти 19, 18,5 точно, даже больше чуть. Наверное, 18,7 где-то вот так. Не садится на мой палец, болтается. Видите, какое крупное кольцо? Такое просто... Вот, девочки, видите, что? Все-таки как раух красив в огранке тоже, и вот в кабошонах тоже красив, очень красив. Вот такой комплект. Невероятный. Ну, девчонки. С комплектами мы закончили. Давайте я перейду к сережкам. Серег я почему-то сегодня выбрала всего 4 пары, я сама не поняла почему, ну как-то так уже получилось. Начать хочу я вот с такой камеи на коралле. У этих сережек левой и правой нет, они в одну сторону смотрят, девочки. Ну уж вот как есть, я вам сразу говорю. Это прессованная бирюза, вручную вырезана вот такая барышня. Очень привлекательная, с роскошными волосами. Крупные, посмотрите, какие серьги. Вот так они смотрятся. Если кто не помнит, есть комплекты с камеей. Есть и на ониксе, есть и на прессованном коралле. Вот так сережки смотрятся. Такие крупные, видите, издалека. Ай-яй-яй, сережки оставь. Отдохни, отдохни. Девочки, посмотрите, какие серьги с корундом. Посмотрите, как они мне тоже понравились. У них нет, к сожалению, кольца. Они идут просто сами по себе. Вот такие кошечки, которые сами по себе гуляют. Вот так они смотрятся. Класс. С корундами. Здоровски. Огранка очень красивая. Ой, хочу вот такие серьги показать, девочки. Это перламутр в сочетании с гранатами. Посмотрите, какая прелесть. Такой цветочек с перламутром, да? И вокруг гранаты. Причем гранаты здесь в двух видах. Я имею в виду форма. Овальный и квадратный, если вы обратите внимание на такую мелочь. Ну, мелочь, но приятно. Вот как смотрится сережка. Вот так она издалека. Вот так она смотрится вблизи. Здорово. Ой, девочки, покажу вам вот такие серьги тоже с сапфиром.
с огранкой. Тот был комплект. Там камень был посинее, здесь он не такой синий, как там. Здесь такого, ну, интересного такого, ну, здесь разные есть цвета. Вот и сероватый, и синеватый, что-то светлое мелькает. Но огранка бесподобная. И игра у сирек, у камней. Тоже мы, к сожалению, что-то не продумали. Взяли, на мой взгляд, не ту серьгу. Ну, у них есть левая, правая. Ну, вот так это смотрится, девочки. Видите? Крупные сережки. У них нет кольца, они сами по себе тоже такие. У нас еще есть время, и, наверное, я покажу вам подвески. Хотя, да, покажу вам я подвески, девочки. Сейчас я их сюда просто передислоцирую. Мы на прилавке все так выложили, чтобы удобно было брать. А уже потом в следующей части я покажу вам браслеты, я так думаю, что и кольца. Хотя, если успею, кольца какие-то тоже покажу. Девочки, с подвесок я начну вот с такого креста. Посмотрите, какой красивый крест. Здесь темные фианиты, здесь светлые фианиты. Он достаточно крупный. Сами видите. Вот так это будет смотреться. Хотя, мне кажется, прикладывать к себе смысла нету. Вот такой. Очень красивый. Следом я хочу показать вам вот такой вот кулон с раухтопазом. Посмотрите, какая здесь идет огранка фасетная. Такая. К нему ничего нету. Это самостоятельный кулон. Тоже очень крупный. Посмотрите, какой он большой. Такой. Тяжелый, массивный такой, знаете, основательный кулон. Ой, следующий кулон я вам покажу. Вот такой. С зеленым аметистом, девочки, к нему есть подходящее колечко. В кольцах я вам его продемонстрирую, посмотрите. Вот такой. Это зеленый аметист. Тоже очень красивый, по-моему, фасетная, шахматная вот эта огранка. Вот такой, видно его? Да, вот такой кулон. Следом я покажу вам очень красивый кулон. Вот такой. С тибетской бирюзой. Посмотрите, какая прелесть. Он огромный, обалденный, просто невероятный. Вот так он выглядит. Очень красивый. Оплетка у него очень красивая. Так, девочки, вот какой кулон я вам хочу показать. Это лабрадор. Лабрадор такой желто-зеленый, у него не синий идет оттенок. Тоже крупные вот такие кулоны. Посмотрите, как они смотрятся. Вот так вот. Чуть у меня сдвинулась кофточка. Вот. Крупные кулоны. Такой ажурный весь. Такого же плана, но другой формы. Вот такой кулон с лабрадором, с адулярчиком. Посмотрите, тоже какая реализация у камня. Тоже невероятная, очень хорошая. Тоже крупнющий какой кулон. Посмотрите, девчонки. Вот такой весь. И такого же плана есть кулон. Сониксом, девочки, вот. Посмотрите, тоже какой огромный, очень здоровский. Я заладила очень. Ну а что сказать? Вот такой. Ушки у них большие, сюда проходит, пройдет достаточно плотная цепочка. Недостаточно, а очень плотная тоже пройдет. Посмотрите, какие у них ушечки. Вот так вот. И, девочки, вот такой красавец просто. Сумасшедший кулон с топазом. Желтый топаз. Посмотрите, какого размера кулон. Посмотрите, какая огранка тоже шахматная у него. Как камень играет. Камень очень крупный, очень большой. Огромный просто, я бы сказала. Такой кулон.
Девочки, мы закончили с кулонами. И давайте я к этим кулонам покажу вам кольца. Крупных колец вот таких вот перстней. Не так уж много, но в принципе и немало. Вот, и потом уже дальше мы пойдем снимем третью часть. Девочки, посмотрите, какой перстень. Здесь идет лимонный топаз. Если здесь топаз вот такой желтый, чуть поярче, да, у них разные просто оттенки, то здесь идет, видите, прям видно, да, такой перстень. Такой, посмотрите, какой он высокий. Это тоже вот из последней поездки Мэри Банхану. Вот такой. Посмотри, какая наглая муха. Ужас. Уйди отсюда, что ты хочешь? А? В камеру я прям залезла. Вот. Размер кольца у этого перстня 19, девочки. Она решила тоже стать звездой экрана. Представляешь, муха, звездой Ютуба. Прям очень эгерере. Камера эгерере. Представляете, Мэри Банхану? Девочки, вот это кольцо с зеленым аметистом, которое я говорила, что оно подойдет вот к этому кулону. Девочки, посмотрите. Вот такое. Вот так. Смотрите, какой высокий перстень. Обалденно. Здесь очень красивая у них идет оплетка. Она такая ажурная, вся такая, ну, национальная индийская, я бы сказала. Вот. Высоченный просто перстень. Так. Есть еще один перстень, огромный, тоже с зеленым аметистом. Посмотрите, как он выглядит. Здесь другая немножко оплетка. Здесь оплетка похожа на те оплетки, что у меня у Мистик Топаза в комплекте была. Похожа вот такая вот оплетка. Размер кольца здесь 19. Вот такой вот перстень с зеленым аметистом. Размер представьте. Девочки, покажу вам еще один перстень. Размер тоже 19. Здесь тоже такая вот огранка шахматная. Идет тоже топаз. Желтый топаз. Где у нас был лимонный? Вот лимонный, а вот желтый. Посмотрите, обратите внимание оттенки. Посмотрите, тоже какой высоченный, да? Вот так это выглядит. Размер кольца 19, девочки. Это нечто. Так, покажу вам вот такой тоже перстень. Посмотрите, какой. Вот такая вот капля огромная. Это Раух Топаз. Тоже, к сожалению, в единственном думаю, что хочет, я не знаю. Единственном экземпляре, в том плане, что к нему нету ни серия, ничего больше нету, но зато есть вот такое кольцо. Любой гарнитур с Раух Топазом можно просто таким кольцом дополнить, или же просто автономно его носить, оно не требует к себе. Вот так, кстати, какое шикарное просто кольцо. Девочки, касаемо шикарных колец, я вам покажу сейчас еще два перстня с аметрином Ми. Один вот такой. Это натуральный природный аметрин, девочки. Здесь огранка тоже невероятная у камня. Такой переход. Давайте я вот так надену кольцо. Размер кольца здесь 18 копейками. Тоже очень красивая оплетка. По всему, кстати, по всей шинке идет вот этот вот узор, такой орнамент. Вот, вот, резкость. Обалденная. Девочки, ну есть еще более безумный перстень. Сейчас я вам покажу. Это нечто. Размер кольца у этого перстня с аметрином 18, девочки. Посмотрите, что. Это просто кольцо, ну, я не знаю, как о нем отозваться. Еще крупнее перстень с аметрином приобрела девушка Анжелика. Анжелика, я вас поздравляю. Вот теперь вы поймете. Вот это кольцо
посмотрите, какого размера, да? А то, что приобрели вы, оно еще больше. Вы поняли? Оно еще больше, еще крупнее, чем вот это. Девочки, амитрин. И ваш перстень, Лар, он тоже, вы сами понимаете, из этой же серии. Вот такие кольца, девчонки. Мама дорогая, у меня ой, а ты спряталась. У нас еще один перстень с амитрином тут спрятался, чтобы его никто не увидел. Вы представляете, какой хитруга? Хитрух. Девочки, он небольшой на этот палец. А, нет, 19-й, спокойно надела. Вот, и посмотрите. Посмотрите, какая капля амитриновая. Нет, я его не показывала. Вот, девчонки, посмотрите, что. К сожалению, комплектов с амитринами нет. Вот только единственное, вот такие перстни. Повезло Мехрибанханам в этот раз. Просто, ну, скажем так, купить, прям вот видно, прям вот, видите, вот так видно. А когда на руке гранка настолько такая мелкая, что вот этот вот, вот эта граница камня стирается абсолютно, когда на руке. Да, повезло Мехрибанхану вот приобрести вот эти перстни, но больше украшений с амитринами, к сожалению, не было. Девочки, размер кольца 19. Я сейчас хочу вот такую вещь сделать. Совершенно дичайшую. Так, все? Что-то я уже запуталась, и что я показывала, что я не показывала. Три кольца было с амитрином. Девочки, я уже сама запуталась. Если что-то не так... Вот. Мне кажется, я одно кольцо два раза показала. Может, я путаюсь, может, нет. Ну, ничего, я думаю, что это не страшно, такую красоту лишний раз еще полюбоваться. Так, девочки, я начну показывать вам кольца. Сначала я покажу вам вот такое кольцо с раух-топазом. Здесь размер кольца 18,5. Вот такое интересное кольцо, крупное, посмотрите, какое. Это раух-топаз. У него такая интересная гранка идет, видите, вот так. Это раух, девочки. Девочки, следом я вам покажу кольца с ониксом. Эти кольца из цельных камней уже пошли. Я вам их буду показывать по нескольку на руке. Почему? Для того, чтобы не тратить ни ваше, ни свое время. Вы сейчас все поймете. Вот такие кольца с ониксом из цельного камня. Ими интересовались, я знаю. Одно вот такое в форме чучалмы, одно вот такое. Они идут без огранки. И вот такое тоже классное кольцо с ониксом. Посмотрите, какая прелесть. Размеры скажу. Размер 19, размер тоже 19 и размер тоже 19. Они все 19 размера, эти кольца, девчонки, чтобы вы знали. Эти кольца, конечно, не увеличишь, ничего с ними не сделаешь. Так, девочки, я вам покажу интересные кольца. Это плавленый янтарь. Их тоже здесь много. Они все будут на фотографиях. Вы их все увидите, сможете выбрать себе по номеру, по своему вкусу. Но пока я вам покажу их вот так. Например, посмотрите, вот такие кольца из плавленного янтаря натурального, девочки. Цены более чем вас удивят, приятно порадуют, я уверена. Это все янтарь. Сейчас я вам еще покажу кольца из янтаря. Вот, посмотрите, это тоже все янтарь. Плавленый янтарь, вот такой, очень красивый. Так, давайте я их местами поменяю чуть-чуть. Вот так.
Вот такие кольца из плавленного янтаря, девочки. Посмотрите, какая прелесть. Девочки, скриншоты вам удобнее будет делать с видеороликом. Вот такое класснючее кольцо. А, размеры я же вам не сказала. Здесь размеры практически идут стандартные. 18,5. 18-18,5. Да. 18. От 18 до 19, девочки. Единственное, вот это кольцо 20 размер янтарное. Так, девочки, я вот это кольцо вам хотела показать. Это 18,5 размер из золотого песка. Вот такое цельное колечко. Очень классное, тоже в форме чалмы. Оно не сюда велико, сюда мало. Ну, вот так вот покажу. Золотой песочек. И есть еще одно вот такое кольцо, кто помнит. Это у нас розовый кварц. Вот такой квадрат класснючий. Здесь размер кольца 18,5, девчонки. Ой, покажу вам с агатами кольца обалденные. Так, а это тоже, да, был янтарь, по-моему, да? Ой, девочки, забыла еще одно вот такое кольцо с янтарем покажу. Вот такой зеленый, это плавленый янтарь, девчонки. Вот такой. Очень интересно, здесь идет такой оттенок, у него хамелеонистая. Зеленый, коричневатый, сероватый. Очень классное кольцо. Размер его 18,5, девочки. Не сюда свободное, на среднее, но мне мало. Девочки, посмотрите, какое здоровское кольцо. 19 размера, агатовое. Класс. Такое. Классное вообще. Ой, остались три моих любимчика. Любимчика при любимчика. Одно размер 19, вот такое агатовое колечко. Посмотрите, какие здесь идут узоры. Ой, класс. Вот такое 19 размер. Так. Вот такое кольцо, девочки. Посмотрите, какая прелесть. Это аметист. У меня спрашивали, интересовались такими кольцами. Просто Мигель Банханум их еще не достала. Вот это с последней поездки кольца. Посмотрите, как аметист, как здесь переходит цвет, да? 19 размер. Ой, и нефрит, девчонки. Посмотрите, нефритовый какой перстенек, да? Он, по-моему, поменьше чуть. Сейчас... Ну, на 19 тоже идет, да. Вот. Давайте я вот там так их. О, они такие клевые. Очень клевые. И вот эта же форма есть Соникса. Вот, посмотрите. Нет. Не-не-не-не. Вот такой с нефритом. Нет, это я все показала. А, такой с нефритом есть? Да. А, девочки, вот такое есть еще в форме чалмы с из нефрита кольцо. А вот эти вот такой формы. Повторюсь, агат, аметист, нефрит, оникс. Или Баханум доставит мне еще. А, ну это эти. Представляете? Вот, посмотрите, с нефритом. Размер кольца 19. В форме чалма. А, это такие луники. Ну, это искусственный лунный камень. Девочки, из такого искусственного лунного камня, вот, посмотрите, тоже кольца. Размер здесь 19. Нет, 18,5. И вот такое с агатом. С агатом 18 с копеечкой. С половинкой. Вот. Девочки, кольца у нас на этом закончились. Я с вами прощаюсь. И мы увидимся в третьей части видео. Пока! До встречи!